Олег Петрович, наверное, после такой волевой победы эмоции переполняют? Эмоции, да, переполняют, потому что это победа, потому что это победа дома, когда это крайняя игра у нас, ну, дома, и болельщики, и переполняет то, что вот с первой минуты получалось абсолютно все. Вот с первой минуты, вот ребята молодцы, я им благодарен, я ими горжусь, потому что вот настолько собрано и четко вот то, о чем мы договаривались, просто молодцы. Поэтому я поздравляю всех болельщиков, и парни сделали очень большой объем работы. То есть даже когда пропустили первыми, сердечко не ёкнуло? Не ёкнуло. И самое главное, что ребята, они поставили мяч, и по ним было видно, что они будут играть. Да, вот так случилось. Ну, как бы ничего не предвещало, но вот так вдруг произошло. И они взяли мяч молча, все, не опустив голову, голова вверху, поставили мяч, и мы понимали, что будем действовать, продолжать действовать так. И вот за это я считаю, что заслуженно. Насколько сильны были именно реваншистские настроения после первого круга? Конечно, они были сильны, потому что для нас всегда это был неудобный соперник. То есть у нас не получалось, у нас в том году не получалось. Да, и в этом вот в первую часть лета мы играли, у нас вообще не получилось. Мы там сами себе привезли мечети, и для нас было важно. Потому что это честь команды, это честь каждого, это честь нашего города. И нам нужно было это переломить. Какие выводы сделали из того поражения? Как перестраивали игру по сравнению с тем матчем? Но мы сразу обратили внимание на том, что нефтехимик много разыгрывает мяч с углового. То есть мы к этому были готовы. Мы были готовы, в какие зоны и кто открывается при передаче. Мы были готовы к тому, что нефтехимик будет играть ромбом в середине. И мы четко знали, кто какую позицию перекрывает. И мы понимали, как они будут атаковать. Они будут работать на двух нападающих. И как нам атаковать. И поэтому, что первый тайм, что второй, он отличный. К Оренбургу вы досконально подготовились, у вас был недельный цикл. Но как вы настолько серьезно подготовились сейчас, когда такой плотный график? Но дело в том, что мы готовились к Акрону, но мы параллельно, когда идет тройники, мы всегда параллельно собираем материал на каждую ближайшую игру. Да, и здесь, когда у нас закончилась вот игра наша крайняя, мы все сразу включились, мы проанализировали последнюю игру нефтехимика, добавили, обсудили план и донесли это до ребят. И это говорит об уровне футболиста, об интеллекте. И они очень умные ребята. Это круто. Характер, вот сегодня они показали характер. Есть характер. Мы твердо стоим на ногах. Так должно быть всегда. Мы должны двигаться, вот именно вот так должны двигаться всегда.